парк скульптур Аянапы. Открытый музей скульптур. Приехали мы сегодня в Аянапу. Здесь вот такой музей на берегу моря. Тут разные фигурки, статуи. Смотрите, какая сова большая. Вышип. Там море на заднем плане. Видите, на обратной стороне вот такой пейзаж, домики. Там гостиница называется Марина. Большая гостиница. Каждый год тут этот музей разрастается. Фигура становится все больше и больше. Помню, в первый год, как я только приехала на Кипр, муж привез меня сюда, здесь и половины всего этого не было. Смотрите, такой подъемный кран прикольный. Тут таблички вот. Кто-то из Израиля вот это создал. Тут каждая статуйка подписана, кто автор, и в каком году ее поставили. Ой, и это тоже какая-то штука большая. Видите, то, что такое произведение. На паука похоже. Смотрите, сколько фигурок. Правда? Ой, какой котик рыженький. Гатос. Гатос. Гатос пашис. Не. Иша. Вот эта рамка прикольная, в ней классно фотографироваться. А там, видите, конь троянский. Сейчас он стоит к нам задом, развернутый. На нем солдатики металлические. Смотрите, это вход куда-то. Да, на этот кораблик, кстати. Ой, смотрите, какой дядька Черномор. Страшный. Ну, точнее, страшно красивый. У него еще глаза там какие-то, смотрите. Они что, светятся? Ну, не сейчас я имею в виду, но вообще. Лампочки, что ли? Непонятно, ну какие-то. Какой страшно красивый дядя. Что это такое? Кто это? И котик с нами идет. Ой, смотри, какая девушка с совой. Ой, смотрите, какой рыцарь прикольный. Прям как настоящий. Издалека посмотришь, подумаешь, человек в скафандре. Ой, а это еще один какой-то леечкой. Да, туда уже семечки насыпали. Он весь в листиках, виноградик у него. И листики. Ой, а это кто? Посейдон, наверное, какой-нибудь. С таким трезубом. А это высокий дядя какой-то. Ой, смотрите, на нем сверху зверь. Лев, наверное. Голова льва. Алоэ какое большое. В этой части парка мы еще не были. Жалко, конечно, что мы все не успеем обойти. Уже, видите, закат практически. Скоро потемнеет. Какая девушка. Какая-то что? Это реклама айфона. Рука с яблоком. Растения тут насадили, кактусы. Сукуленты. Не? Не, не, я делаю. It's like birds. This one looks like birds. Yes, but inside has a fish. Ah, inside fish. So the car maybe one boat with fish and with birds. Barcoa mi charge de cuando di barcan dos si se acaban un jovanni ni sarca banni sam buya тут рыба, еще рыба и какие-то бабочки, как чайки, чайки там еще наверху рыба. Папуцосика. Базаняса. Куй на папуцосика. А, папуцосика. Боря? Борис на файс? О, хен.
Свекровь заметила кактус. Говорит, похудсосика. Там еще понастроили. Ой, какая красивая. Как красиво. Море. Так, такая погодка у нас ночью холодно. Прям нормально. Можно в легкой курточке гулять. Еще кактусы. Там строятся новые. Maybe they didn't yet build a how to go. Algo chino en dorado campos y en adello там еще неоконченная площадочка. Наделают еще, пораставят, видимо. Наверное, их оттуда перенесут, может быть, в какие-то другие места, скорее всего. Потому что там выглядит такая рабочая площадка. О, а это что за лошадь? Смотрите, это лошадь, у нее голова какая-то свернутая куда-то. Как же ее заснять можно? Вот, видите, голова у нее так повернута, как-то вниз. With what? With this horse? Or with cactus? Я решила пробежаться вон к тем колоннам греческим. Хочу с ними селфи сделать. Вот, смотрите, какие колонны. Прикольные. А там что-то... Какие-то памятники заваленные. Родита какая-то лежит. О, смотрите, куда зашла. О, видите, какая большая девушка в ракушке. Она похожая, как у Боттичелли. Такая же точно. Тоже в ракушке девушка. Вот так стоит. Только у него она как-то полнее. Это страняшка по сравнению с той. А колонны вот такие. Тоже, видно, еще не законченные. Наверное, их перевезут куда-то отсюда. Иду назад. Видите, тут такая еще дорожка. Камушками выкладывают. Не закончили еще. Сколько тут нарциссиков. Oh, thank you, darling. Thank you. О, видите, что мне муж подарил? Цветочков насобирал. Так, а вот это, смотрите, это моя любимая, как бы это сказать, мое любимое произведение, вот это. Вот. Я его даже как-то сфотографировала и поставила к себе на заставочку канала. Даже мой муж узнал какие-то места определенные. Это все кипрское, как это сказать, киприотское. Вот. Тут с этой стороны, в общем, весь камень этот, он весь усеян вот этими маленькими вот такие глиняные, наверное. Такие вот, как статуэточки, что-то такое вот. И они приклеены к этому камню. Разные человеки. Что написано? Не видно мне отсюда. О, и тут тоже в таком же стиле точно человеки стоят. О, а это какая-то... Кто это такой? Корова, что ли? С птицей на голове. Птица
там наверху какие-то люди руки расставили. А тут тоже человек на лошади. Только что-то он какой-то странный. А, вон этот лучник стреляет из лука. Хотя, может, это и не лук. Ну, похоже. Вот эту черную штуку я раньше не видела, по-моему. Девушка как, я не знаю, китаянка она что ли. Это кто такой? Такая. Такое. Вроде бы как мужчина, а что-то. Нет, это женщина все-таки волосы. Я думала, это. Там вдалеке, видите, женщина на рыбе. А это тоже фигура женская, мужская. Идем на выход. Какая-то как беседка или шатер, что-то такое. Что-то непонятное. Еще одна фигура какая-то лежачая. Это какой-то мужичок лежит. Там женщина лежала. Тут мужичок. Одиссеас се гораздедат. Одиссей отдыхает. Одиссей отдыхает. О, это голова какая-то странная. Я думаю, что это щупальца. Окей, видишь он? Так, это был Одиссей, а это кто? Это же... Сукра говорит, что это, наверное, жена Одиссея. Цветы мира. Лулудья Ирина издали, серьезно? Ну, точно жена Одиссея. Ой, какой мужик сидит. На каком-то... На доме, что ли, или где он сидит? Дом, не дом с окнами. Это Емеля на печи. Так, что это такое? Европа и Зевс. Что-то как-то они странно выглядят. Муж подумал, что это Минотавр. Наверху там еще много, там еще тропинка можно идти. Аяна бай плоди болида. Чего? Аяна по город лодка. Греческих богинь, которые потеряли головы. Леда. Леда. А, Украина. Это кто-то из Украины им сделал. Подарил. Тоже половина женской фигуры. Что-то расчлененки много тут. О, а это похоже на перо. Пен? И Итали. Слушай свое сердце. Такая девушка арфистка играет. Аллейка. Вот это мы оттуда пришли. Красота. Так, вышли мы с другого выхода. А там, смотрите, два буйвола из проволоки металлической. Международный парк скульптур Аянапы. Открытый музей скульптур. Я немножко завидую тем, кто в этой гостинице смотрит сюда, на этот парк. Они, наверное, видят все эти красоты каждый день. Минотавр на входе. Ну, какой большой. Встречает, охраняет парк. Вот такая вот прогулка у нас получилась. Надеюсь, вам
понравился этот музей Айя-Напы. Всем пока!